прошедшую пятницу на заседании СНБО Зеленский своим указом ввел еще ряд новых санкций. Под эти санкции попали 8 человек. Среди них Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также владелец известной сети магазинов «Спортмастер». И мы по этому поводу решили поинтересоваться у людей, а как они относятся к этим новым санкциям. Привет всем, меня зовут Антонина Белоглазова. Поехали! Пожалуйста, как вы относитесь к новым санкциям, которые сейчас ввели против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и владельца магазина «Спортмастер»? Отрицательно отношусь, потому что это абсолютно бесправное и немотивированное решение. Дело в том, что санкции могут накладываться только после того, как есть обвинение, приговор. То есть ситуация, когда есть соревновательность, и человек может доказать, сначала надо доказать, что он виновен, а он может иметь право доказать, что он не виновен. А это просто огульное абсолютно обвинение, ни на чем не основано. Это чисто политические репрессии, которые очень напоминают 37-й год, который очень любят вспоминать нынче. А что, с чем борется таким образом власть? Ну, с оппозиционной партией прежде всего, которая имеет другое мнение и другие, так сказать, ну, другие мысли по поводу того, как надо двигаться в стране, в какую сторону. Оппозиция вообще в любой стране пользуется уважением и каким-то иммунитетом. Вот. А мы говорим все время о правовом государстве, а наша власть поступает абсолютно неправово. Я к любым санкциям отношусь отрицательно. Извините. А почему? Потому что они о том думают. Думают, как людям сделать что-то лучше. Ну, я же пенсионерка, 82 года. Меня интересует, в первую очередь волнует, как пенсионеры сейчас живут. Так об этом не думают. Ну, Украина должна защищать себя. Вот. Если это враг Украины. Если этот человек работает против Украины, значит, Украина должна себя защищать. Вот. Эти санкции надо было вводить давно. А на каком основании? Просто в этом сейчас и основной вопрос. На каком основании вводились санкции? Ну, на каком основании вводились санкции, это вопрос не ко мне. Это вопрос к РНБО. Вот. А то, что давно надо было обуздать Медведчука и пятую колонну, которая существует в нашей стране, это правильно. Вот, вот и все. Просто понимаете, как дьявол, он же тоже не с рогами. Вот. Он зачастую имеет очень даже привлекательные формы и очень, очень даже соблазнительно выглядит. Вот. Но, к сожалению, с ним надо бороться. И им виднее всем. Кому? Властям виднее? Всем, кто сверху, им виднее. Мы внизу, мы бессильны, а они между собой дерутся за это все. А скажите, вы верите, да, этим? Я думаю, что они вверху. Я думаю, что они между собой или поубивают друг друга, или что-то сделают, потому что так мирным путем, так это не будет. Но Медведчук ничего противозаконного не сделал, понимаете? Это все санкции, санкции не вообще нельзя. Если они что-то имеют в Медведчуку, они должны свернуться позовом уголовным или цивильным до суду. Санкции не можно вкладывать. Законом Конституции не передбачено. Судовое решение повинно быть. Как я отношусь? Ну, я к вам могу по-разному относиться, понимаете? Но для того, чтобы Медведчуку и его жене нужно решение суда. Они говорят, что он террорист. Надо возбуждать уголовное дело и доказывать, что он террорист. А так просто говорит, я могу тоже сказать, что какая-то женщина проститутка, понимаете? Это же глупо, глупо. Тем более я юрист, понимаете? Как вы считаете, почему вот такие действия могут привести? Вообще, почему власти решили вводить против таких людей санкции? Власть нету. Мы находимся в колонии Соединенных Штатов в Америке. Они заинтересованы, понимаете, в том, чтобы, так сказать, убрать эти каналы. Эти каналы говорили о коррупции в Украине, говорили в больших коммунальных услугах, понимаете, что у нас задолженность за 70 миллионов. Санкции Совет Безопасности не может, они
по телевидению, говорит, что он террорист. Если он террорист, возбуждайте против него уголовное дело, расследуйте, направляйте в суд. Суд только можно сказать. Санкции не... это дикость, понимаете, в чем дело? Санкции не можно вводить. Решение, даже если в вашу квартиру человек заходит, он не имеет права зайти. Нужно решение суда, статья 20 Конституции. Неприкосновенное житло. Санкции не пере... НБО не могли. Так вы считаете, что он совершил преступление. По телевидению говорят, что он террорист. Так возбуждайте дело по 211, это как последственность СБУ. Доказывайте, что он и она террористы. Понимаете, это все глупо. Рассчитано на людей, которые не имеют сведомости, не имеют элементарного или интеллектуального уровня. Ну, насчет спортмастера я не знаю, но насчет Медведчука Оксаны Марченко, я считаю, что это нужно было сделать давно, но мне очень, так сказать, интригу, почему сейчас и какая была мотивация все-таки у Зеленского на самом деле, почему это сделали. Вот пока, если это будет не ясно, лично для меня, то тогда можно будет делать какие-то выводы. А пока я еще не совсем понимаю, что он этим добивается. А как вы думаете, вот на сегодняшний момент, что он мог этим добиваться, этими санкциями? Я думаю, что это очередной скачок в сторону поднять свою популярность, потому что нужно закрыть рты всем, кто его критикует. Вот и все. Потому что человек этот пришел из определенного круга, он привык, чтобы его все уважали, целовали все места. Как и любого человека, который случайно попал в политику. А он случайно в нее попал. На волне какого-то вот... Да, и, наверное, вот не привык слышать критику. Не привык, это никому не нравится. Чисто по-человечески я его понимаю. Ну, поживем, увидим, посмотрим, что из всего этого получится. А почему вы считаете, что все-таки раньше надо было вводить санкции против этих людей? Потому что эти каналы... С момента их организации, а если вы помните, 112 канал появился в 2014 году, вот, а я, например, ну, совершенно нормальный человек, русскоговорящий, но я эти каналы в последнее время слышать не могла. Смотрите, они это... оттуда такое неслось, вплоть до того, что меня уговаривали прямо вот за эту российскую вакцину. Я имею отношение к медицине, и я вам скажу, что очень сомнительная шла информация, но... Смотрите, по поводу... Журналистика должна быть журналистикой. Журналист не должен быть пропагандистом. А там, извините, вот с этого канала в основном шли такие пропагандистские моменты, которые я это совершенно четко улавливаю. Смотрите, по поводу каналов, это ввели санкции Козаку до этих новых санкций. А сейчас ввели против Медведчука. И Оксана Марченко, это с каналами никак не связано. Но меня лично, как человека, который живет в Украине, и который все-таки... ну, я горжусь своей страной, горжусь тем, что я живу. Хотя я родилась в Москве и говорю по-русски всю жизнь. Но я считаю, что меня здесь никогда не притесняли. Это моя родина. И мне было стыдно за то, что он ходил, летал к Путину на самолете. Мне было это неприятно. Неприятно, а почему? Ну, потому что, ну, я считаю, что такими вещами, несмотря на те цели, которые он преследовал, должны были все-таки быть согласованы с президентом страны, с ним, ну, с чем-то. Ну, нельзя устраивать государство в государстве. То есть порядок должен быть. Вот он нарушал этот порядок, и поэтому... Ну, а вот эта история с приватизацией части трубы, общенародное достояние, то есть это все... наводит на определенные размышления. Но то, что касается, почему сейчас это произошло, ну, я не знаю, видимо, пришел момент. Своя игра какая-то. Ну вот, поживем, посмотрим, какая игра тут на самом деле, какая карта тут разыгрывается. Но в целом, вот относясь к такой, все-таки я считаю себя патриотически настроенным части населения, я считаю, что шаг был сделан правильно. Я, честно говоря, не сильно политику вникаю, но думаю, что-то я прочитал, что санкции не может вводиться внутри страны. Санкции – это внешнее регулирование, не внутреннее. А внутри страны – это другие инструменты. Суды там, я не знаю, что, то есть, да, а не санкции. А, вот, и
Но, в принципе, я считаю, что правильно реагировать на действия тех, если доказано, что они да, влияют, там, да, ну, там, финансируют терроризм, это громко, но если они, тем не менее, если они влияют на расшатывание процесса внутри страны, так надо реагировать государству, что смотреть. То есть, конечно, и но поэтому здесь... Но реагировать сами, наверное, а не санкциями. Ну, и опять, если санкции – это инструмент международный, тогда не санкциями, то есть, а судами. Но есть же и другие, кроме судов, инструменты. Ну, например, закрытие телеканалов. То есть, если бы в обычной стране все просто сравниваются с обычной ситуацией. У нас необычная ситуация, у нас война с той страной, с которой они поддерживают, ну, своими выступлениями. Поэтому, если в такой ситуации не ждать судов, там, перед судов 5 лет, значит, нужно реагировать, там есть СБУ и так далее, нужно реагировать по-другому. Ну, то есть, это... Не, ну просто такие шаги, они же незаконные, все-таки через суды надо добиваться какой-то там справедливости, если они считают, что, ну, власть... Опять, считает, еще раз, если есть, это в обычной ситуации, когда у нас нету войны, а у нас мы в состоянии войны, все время гибнут люди, там есть фронт, да, хорошо, что мы здесь живем, это не видим, но если есть ситуация войны, то реагировать на тех, кто поддерживает другую сторону, и ждать через суды, то есть это тоже не метод. Значит, нужно действовать более оперативно через органы, через СБУ, через МВД. Я не знаю, просто надо опять санкции. Это может быть не метод, потому что это не соответствует, да, самому своей сути санкций. Но тем не менее нужно реагировать. А правильнее через суды, но до судов правильнее подавать в суды. Но до судов нужно еще реагировать как-то оперативно и быстро, потому что война идет. Ну, это же незаконно, это же неправильно. Хорошо, то есть теперь, когда законно, да, то есть, а там расстреливают законно, то есть поэтому есть, когда страна в военном положении, когда... Почему не вводят военное положение? Потому что здесь у нас не нету войны. То есть здесь мы этого не чувствуем. Поэтому объявить, что это хочется. Смотрите, то есть если хочется всем, чтобы объявить военное положение, чтобы нормально реагировать, так тогда можно ввести военное положение, тогда все пострадают. Или тогда нужно найти какой-то компромисс между тем, что не вводить военное положение, но и реагировать. Несмотря на то, что это кажется незаконно. Незаконно в мирное время, незаконно в стране, в которой мир и спокойствие. То есть нечестно, так пусть тогда та сторона закончит войну, да, будет честно. Ну, вы знаете, мне просто, наверное, недостаточно, ну, не то чтобы очевидна связь для введения этих санкций, но, наверное, общество сначала нужно было подготовить к закрытию каналов и объяснить, как бы, чтобы не было вопросов, и никто это не связывал с посягательством на свободу слова и демократию. И тогда, наверное, если бы было больше аргументов до этого события, то было бы все понятней. Сейчас, возможно, там возникает просто какое-то ощущение, что в этом есть некий политический контекст тоже, да, а не только там вопрос санкций, да, как бы. Но опять-таки, наверное, если доказательства неопровержимы, да, этой связи и... Но их не показывают. Да, как их бы, и если об этом расскажут, то вопросов не будет. Они как бы есть, но никто их не, да, показывает. Сейчас, наверное, пока вопросы остаются, да. Вопросы к властям, почему они вводят эти санкции? Да, да, да. Ну, как бы доказательства связи владельцев с телеканалами, и, соответственно, уже как бы это решение о закрытии каналов как санкции на тех людей, которыми владеют. То есть... Ну, смотрите, владелец канала Козак, против него уже были введены ранее санкции, поэтому, собственно, они прекратили вещание каналов. Сейчас вот Медведчуку ввели санкции, и его супруги еще, ну, знаете, да? Да, да, да. Вот каким боком, скажем, к ней даже санкции применили? Ну, да, именно поэтому, наверное, есть вопрос. То есть, если эти люди связаны непосредственно с владением телеканалами, тогда, ну, как бы, санкции понятны будут. Если они не связаны, но связаны там с чем-то другим, это тоже надо объяснить. Сейчас как бы только понятно, что ввели санкции, но вроде как объяснили, что есть определенная причина. Но деталей этих мы не знаем, поэтому, ну, как бы, надо просто поверить. Что да, установили, да, доказали. А как? Ну,
Поверить властям предлагаете. Вот, поэтому пока вот так, наверное. Как-то не хочется. На слово не хочется, да. Хочется чуть больше доказать. Что произошло. Да. Есть ли та вера, осталась ли она? Да. Как относимся к санкциям? Да, в целом, да. В целом? Ну, нельзя сказать, наверное, что к санкциям относишься положительным, да, но в целом, думаю, что давно была пора уже как бы разбираться с деятельностью этих людей. Так что, в общем-то, вот такое отношение. Не, ну разбираться понятно, что можно относиться к ним и хорошо, и плохо, и так далее. Как вы считаете, почему не предоставляют каких-то доказательств те же СНБО, которые принимают решения, да, там, за подписью Зеленского и так далее? Вот почему они не предоставляют никаких документов, доказательств, в связи с чем вводятся эти санкции? Я поняла, я так глубоко не погружалась в этот вопрос, поэтому не прокомментирую вам. Но тем не менее, вы поддерживаете такие санкции против этих людей, да? Правильно я понимаю? Я поддерживаю, чтобы процесс, как бы, да, наверное, начался, вот, и начали как бы разбираться, да, вот, а понятно, что все должно быть в судебной плоскости, ну, как бы, со всеми там правами, да, и, ну, то есть санкции, наверное, не могут быть просто так, я же говорю, что относиться к санкциям положительно или отрицательно, это тоже, наверное, не очень такой корректный вопрос, да, то есть... Ну, смотрите, санкции ввели в обход решения суда, то есть, чтобы через суд вот эти там долго-долго не разбираться, для этого вот, существует СНБО, которое быстренько это все делает. Я поняла. Ну, нормально ли, что вот, в обход суда такие решения принимаются? Ну, думаю, что, наверное, ненормально, что в обход суда. Но, скорее всего, что есть какие-то основания. Просто нужно глубже в это погрузиться, разобраться. Угу. Не прокомментирую, да? Хорошо. Отрицательно отношусь. К этим санкциям, да? Да. Почему? Почему? Девушка, если я скажу откровенно, меня посадят. Ну, говорите, как есть, как думаете. Собираешь мнение людей. Ну, считаю, собственно говоря... неправильные акции, как бы это сказать подипломатичнее, от неправильного правительства. А чего добивается власть этими санкциями? Какая цель? Максимальный прогиб перед американскими хозяевами. Вы считаете, Украина внешне зависима? На 100%. Колония. Колония? Да. А по поводу самих санкций все-таки... По поводу процедуры, может быть, что-то вы слышали, знаете? Я так думаю, следующим шагом будет запрет ОПЗЖ на том же основании, потому что хочет левая нога. А потом закрытие, наверное, еще и сайтов, скорее всего, еще и вас закроют. Еще и на... Ну, вот вы так, это совсем пессимистично. Вы думаете, что все будут закрывать, да? Думаю, что да. И к чему мы все придем тогда? Ну, к чему, как говорится. Вы же видите, какой сейчас, собственно говоря, дискурс всего этого развития. Понимаете, это сказать, я могу, как говорится, пользуясь свободой слова, выйти на площадь и сказать, что наш президент мудак, потому что он плохо давит москалей. А то, что выходит за рамки этого дискурса, извините, по Пелевину, это совершенно запрещено под всеми замками. Очередной бзик у нашего президента. Я... очень отстояли многочасовую очередь, когда Порошенко баллотировался. Мы думали, что-то изменится. Всей семьей, ну, часа три точно стояли, чтобы проголосовать. За Зеленского тоже, когда он выступал у Гордона и сказал, я так хочу, чтобы украинцы хоть чуть-чуть заплыли жирком. Простите, украинцы скоро уже последние, извините за мой французский, трусы снимут, чтобы за все расплатиться. Поэтому я считаю, что это так, знаете, как барахтанье рыбы, которая понимает, что ее сейчас поймают и сжарят. Почему? Какая цель у санкций со стороны властей? Что они хотят добиться этими санкциями? Ну, показать, что власти все могут. Я смотрю, что сейчас, по сравнению с тем, что было, сейчас лучше не становится, становится только хуже. Вот честно вам скажу. Вот насколько я смотрю на всех своих друзей, подруг, и с кем я раньше работала, ничего не изменилось, только становится все хуже. Люди не имеют даже той зарплаты, которую они имели хотя бы 2 года тому назад. Так что...
Скажите, вот вы говорите, что вы в прошлый раз, в 14-м, да, году за Порошенко... Да, да, это был май месяц, дождь, да. Мы стояли долго в очереди. Потом за Зеленского? Потом за Зеленского мы думали тоже, наконец. В следующий раз будете голосовать? В следующий раз, вы знаете, уже, наверное, нет, потому что, как говорят, подождите, где же это было, я прочитала, что... Чтобы в стране не воровали, в Швеции, по-моему, им укорачивают срок власти, чтобы они не успели украсть. А в Китае просто лишают жизни. Поэтому я думаю, что ну, если у нас так сделают, может что-то изменится. Хотя, вот вы знаете, я проехала очень много стран. Украина это... Здесь, знаете, как мне обидно за страну. В Украине есть все, и народ живет в нищете. В других странах нет ничего, но они живут очень хорошо. Это все зависит от правительства. А як кажуть, народ має те, що він має. Что он заслужил, то он и имеет. Хотя я не считаю, что украинский народ заслужил то, чтобы над ним так издевались. Как вы считаете, что нам может помочь? Что Украине может помочь? Это... Вопрос личности, которая идет во власть, либо это от народа зависит больше. Вы знаете, я смотрю, что личности, которые приходят, их приводит старая власть, и она им говорит, как надо руководить. Потому что все, которые приходили, вот вроде бы приходит молодежь, а смотришь, ей снизу руководят те, кто уже там, ну, то есть они молодежь научили, как нужно поступать и как нужно всех оставлять в дураках. Поэтому это должна прийти личность, которая не, вообще не заинтересована в том, чтобы набить свой карман, а чтобы действительно любить Украину и чтобы у нее все было хорошо. Все.